Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть «Животные против лесорубов». Так, слушай, меня вот это вот подкупает. Может быть, взять эту миссию и попробовать, пройти, друзья мои. Так, давай вначале глянем, что у нас тут на прокачку ничего нету. Не хватает у нас ресурсов, ребятушки. Так что готовимся. Ну, в принципе, так, оставим, да? Пожалуй-ка. Так, наверное, вот эту возьму. Пока и все. Погнали. Эх, горилушка, горил. Опа, опа, опа. Братки, вы не опухли ли, а? Вы не опухли, я спрашиваю у вас. Горилла у нас в перчатках такая деловая. Нам нужен еще один крокодил. Так, медик. Медика завалили. Блин, зашибись. Это все взрывник, ребята. Это он, гад, так делает. Интересно, а что дает тигр, если его, ну, прокачать, усовершенствовать? Что он будет давать? Что-то меня такой вопрос заинтересовал вдруг. Я знаю, что кокосы вот эти надо прокачивать для нашего, как его там, Чока, Рика. Коко, ё-моё, точно, Коко. Вот для него, да, надо. Чё там такое? Опрещинг, что такое опрещинг? Что такое опрещинг? Последняя волна? Не похоже. Так, я еще одного крокодила здесь. Блин, динамит. Динамит бесявая, самая, ребят, бесявая фигня. Это динамит. Он потому что массово наносит урон моим... моим подопечным, так скажем. Мне это совсем, совсем не нравится. Самая бесявая еще, это машина вот эта, которая постоянно давит моих обезьян. Вообще моих животных давит. Это очень раздражает. Approaching. То ли волна какая-то. Не могу понять, что это значит. Так, вызовем улей. Так, улей, давай еще кокосов накидаем. Угу. Так, и еще одного крокодила возьмем. Плюс тигр. Плюс тигр. Хотел сказать, последний лесоруба. Нет, не последний, еще вон там идут. Ой. Если я вот этими обезьянками, ребят, не пользуюсь, может быть, их на что-нибудь заменить? А ведь я ими действительно не пользуюсь. Так, финиш. Ну, машину мы эту раздолбаем. Готово. А что мы там за награду получим? Так, снежные комки. Они замораживают. Слушай, ну если они замораживают... Да это мы знаем.
Так, кубок. И что тут? Да просто принять, наверное, да? Или как? Да, просто примем. 131 листочек. 131 листок. Вот. А как интересно, тут звездочка. А как звездочку, интересно, ребята, прокачивать на кокосах? Непонятно мне. Так, ну что, этот возьмем этап. Давай этот возьмем этап с тобой и глянем-ка. Если этих обезьян не берем, может быть... Вот так вот. Комочек, комочек. Давай, наверное, попробуем, ребят, комочек взять. И перец. Так, посмотрим, как это работает. Слушай, ну фризит. Нормально так. Давай я крокодил, наверное, позову. Пускай она там сзади. Вот оно что. Вот оно что, ребят. С этим динамитом заколебал, а? Хорошо. Не, ну главное, что заморозка работает, ребят. Причем, я тебе скажу, даже не очень неплохо работает заморозочка. То есть вон они там в стане. А если мы ее еще и прокачаем, допустим. Жалко, она машину только не замораживает. Финальная волна. Если бы она бы еще замораживала бы машину, ой, цены бы не было этим ледяным, ребята, комочкам. Согласись. Да, цены бы им не было бы. Не могу понять, почему там опасность-то показывает. Там что-то кто-то вылез, что ли? Ох, нифига, он прям притулился возле нашего этого. Да тут мы пройдем. Причем великолепно пройдем. Чего там? А, уничтожь машину. Это мы можем. Это мы можем. Уничтожили мы тачку. Перчик бы, конечно, хотелось бы. Но не тут-то было. Слушай, а эта карта у нас практически вся, ребята, пройдена. Единственное, что да, не все на три звездочки, как ты видишь. Но она пройдена. Давай смотреть, что у нас тут поджидает. Угу. А я панду, кстати, так и даже и не спробовал, ребят. Не позвал ее. Так. Эй, шпана подзаборная. Вы что себе позволяете?
Все-таки горилла, ребята, откидывает их. Периодически, но откидывает. Я не могу сказать, что прям вот все очень быстро, но откидывает. Да какой кашель еще достал уже. Нифига их там собралась армада. Армада целая. Да что за кашель-то? Целая армада голодранцев. Давай еще, наверное, крокодильчика возьму и одного. Так, пойдем-ка быстренько с тобой сгоняем сюда. Собираем. Блин, ну панда там сейчас не в тему. Панда сейчас там не в тему нам. Хотя, с другой стороны, она может быть даже и в тему, ребят. Вон, панда уже тут стоит. Пуфки на все. Села. Села и сидит. Ее там сталкивают, а она сидит. Почему панда именно? Не знаю. Ну, да, машину уничтожили, ребят. На 3 звезды пройдено. 10 листиков. 10 листочков. А почему здесь вот не открывается? Ой. Открылось. Открылась, друзья мои. Твою налево, блин, этого не хватало. Только дровосека, этот псих. Еще этот с ружьем своим. Еще, наверное, гориллу одну сразу же. Сразу же еще одну гориллу. А лучше, наверное, 2 гориллы. Так, заморозка. Блин, машина заколебала, а. Блин, еще тут не хватало. Ладно, крокодила. Крокодила плюс гориллу, наверное. Так, ребята, там кто-то уже дерево рубит. Упс, упс. Ну хорошо, что этого хоть толстозадого уничтожили. С бомбами, а? Да-да, ребят, это именно этот подрывник. Именно этот подрывник. Давай возьмем гориллу. Тигра. И крокодил еще одного. Не пропускаем никого по возможности.
А Коко молодец, развернулся и начал бомбить вот именно этого, который тут бомбил дерево мне. Я пойму, мы должны три заморозить. Почему он замораживает только одного? Объясни-ка мне вот это на милость. И мне непонятно. Ладно, фиг с ним. Видишь, он замораживает только одного. Хотя выпускает снаряда три. А его динамит, кстати, на дерево не влияет, ребят. То, что он бросает. Вообще никаким образом. Так, пускай они пока тут бомбят. Я посмотрю, может быть, тут где орехи. Желуди взяли. Ну и норм. Зачем крокодил-то позвал? Крокодил не бьет машину. Ну вот и все. Вот и все, ребятушки. Ну давай что-нибудь. Все листочками меня кормит этими. Ага. Ага. Ну давай вот этот возьмем. Давай этот уровень возьмем. Этот этап. Ой, ёпрсоте. Ёпрсоте, блин. Мелкие быстроходники плюс. Давай так сделаем. Ай-яй-яй. Да что так дофига-то вас? Крокодил мне, наверное, нужен. Мелкие, хоть они и шустрые, но не ватные. А вот эти вот, да, ребят. Какие-то сложноватые уже пошли этапы. Так, это вторая волна, да? Финальная волна. А вам не кажется, что у вас тут слишком дофигища, а? Аглоеды. Крокодилы, куда пошли? А, все, ребят, машину бомбим. Мы уничтожаем тачку. Есть контакт. Фух. Да мне как всегда листочки только выпадают, ребят. Опа, опа, интересно, там какой приз? Мне очень интересно, что там за приз. Блин, панду, ребята, ну, я не знаю, ребята, если мы ее не берем, фиг ли брать тогда. Верно я говорю? Если толку нету.
Слушай, а ну улей нормально так наносит урон. Ну, ты не забывай, что улей у нас и прокачанный. Ну, не топово, но он прокачанный, имеет пару левлов. А, смотри, как крокодила сзади. Барыги эти бомбят. Так. У нас проблема. Проблема, друзья мои, заключается в следующем, что там сзади вышли очередные бомжи, и причем один за другим выпадает. И крокодила мы его подбили. То есть делаем выводы. Делаем выводы, что, друзья, нам надо как-то, я не знаю, блин, тут сломя голову бомбить. Офигеть, сложновато. Видишь, что происходит? Они выпадают. Ой, еще один там выпал. Ядрен, матрен. Одного за другим. Просто одного за другим располосовывает, ребят. Нет, пожалуйста, не надо рубить дерево. На соплях. На соплях, ребята, мы с вами это дерево отстояли. Пока, ну еще не последняя волна. А я уже все эти потратил. Ну, почти все. Все наши плюшки, бананы, ой, арбузы, так лично, точно все потратил. Прикинь, все-таки вырубили, гады, блин. Утырки несчастные, а. Столько потратил, блин, бонусов, и все, блин, впустую. Чушки вонючие, а. Блин. Да потому что там сзади задержка была, ребята. Сзади, именно из-за вот этих утырков, которые тут были, выпадали слишком часто, блин, не давали моим этим животным пробегать, блин. Вот что я тебе скажу, блин. Ай-яй-яй, на последней волне сфейлится, как я не знаю кому, а. Ну да. А не, ну может быть, если бы была бы заморозка, может быть, было бы все немножко по-другому. Может быть. Да. Печалька, конечно. Ну, просто мистер Бургер. Мистер Бургер. Чего бы ты ни взял, все равно тебе выпадают только листочки. Что у нас по прокачке? Мы можем прокачать крокодила 240. Гориллу мы прокачать не можем. Сто сорок четыре. Сколько нужно? У нас одна жизнь.
Extra Life. У нас две жизни, да? А, ну то есть, если нас убивает, то мы с тобой... Ну, я понял. Блин, нам еще с тобой столько нужно желудей тут. Мама, не горюй, ребята. Ну что, а на сегодня, друзья, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.